Когда же придет моя мама? И вообще, где она? Ты бы зашел, Вань. Мой-то ведь в командировку уехал. Ну, все хорошо. Не нашел никого. Да я особо и не искал. Это, наверное, вас маняша попросила меня проводить. Хорошая у вас девочка, умненькая. Да отпусти ты меня уже. Сколько можно держать? Ты что натворил, а?